каждого народа испокон веков существовали инструменты, ставшие своего рода национальными символами. В России, начиная с глубокой древности, таким инструментом явились звончатые гусли. Об этом инструменте на протяжении многих столетий сложено бесчисленное количество былин, сказаний, песен, легенд, пословиц, поговорок и других свидетельств устного народного творчества. Многострунные и безгрифные инструменты существуют не только в славянской культуре, но и практически в каждой национальной культуре. Например, русские гусли, белорусские цимбалы, украинская бандура и очень много других. Все эти инструменты имеют как общие черты, так и характерные особенности. И вот уже более 10 лет в школе «Этнос» существует ансамбль гусляров «Кружева». Ансамбль многократно выезжал на различные конкурсы, является лауреатом таких конкурсов, которые проходили в городе Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск. И сейчас они для вас с удовольствием исполнят 3 произведения. Встречайте ансамбль «Кружева». Сегодня для вас будут играть Зданович Полина, Яченко Софья, Алексеенко Алина, Лосева Елизавета, Миронова Мария, Петрова Ульяна, Фролова Эльвира. Концертмейстер Сергей Анатольевич Лыткин. Художественный руководитель Ирина Алексеевна Веселова. Первое произведение – это русская народная песня «Теща для зятя пироги пекла».